Всех приветствую в нашем автосалоне ZipAuto. Сегодня у нас на обзоре такой вот шикарный Lexus LX 570 2014 года выпуска. Всего лишь с тремя владельцами в хорошей комплектации, полностью в заводском окрасе. Автомобиль у нас имеет двигатель 5,7 литра бензиновый с автоматической коробкой передач. Также автомобиль на пневме. Сейчас я вам покажу салон. Прошу обратить внимание, имеется бесключевой доступ. Салон в белом исполнении, кожа просто в идеальном состоянии. Здесь у нас климат-контроль для задних пассажиров раздельный. Также имеются мониторы, карты дверей также в идеальном состоянии. Здесь у нас пепельница, доводчики задних стекол. Повсюду у нас такие вот воздуховоды для климата. Также имеется электрическая регулировка заднего дивана. В передней части у нас также все идеально. Кожа просто как новая. Пластик также в отличном состоянии. Все деревянные вставки без каких-либо потертостей, замутнений. Шикарный просторный салон. По комплектации у нас 4-зонный климат-контроль. Штатная мультимедиа уже более современная, камера заднего вида имеется, конечно же обогрев передних и задних сидений. Здесь у нас управление пневмоподвеской, управление амортизаторами жесткостью, полным приводом. Также здесь у нас управление круиз-контролем, кожаный мультируль с красивой деревянной вставкой сверху и снизу, подрулевые лепестки. Здесь у нас датчик дождя, датчик света, также имеется люк, управление люком. Здесь у нас обогрев руля, курсовая устойчивость, наверное, какая-то помощь при торможении. Здесь кнопка открытия багажника, электропривод багажника, естественно, есть. Складывание зеркал электрическое, электрозеркала в управление. Также омыватель фар. Память сидений, электропривод всех, как передних, так и задних сидений. Здесь у нас блок стеклоподъемников, все стекла с доводчиками, центральный замок. Также, конечно, у нас есть кнопка старт-стоп, бесключевой доступ, как я уже сказал. Также такой вот красивый дорогой ключ. Здесь у нас пепельница, прикуриватель. Также у нас имеется очень полезная функция, это холодильник. Все у нас функционирует, дует холодный воздух. Такая вот у нас комбинация приборов, никаких ошибок нет. Пробег у автомобиля 232 тысячи километров, двигатель работает идеально ровно. Если вас заинтересовал этот шикарный, дорогой, брутальный внедорожник, приезжайте к нам в автосалон ZipAuto. Он находится на Песочной, 48. Записывайтесь на тест-драйв. Всю информацию по данному автомобилю вы можете посмотреть в объявлении. Его можно будет приобрести по системе трейд-ин в кредит, либо за наличный расчет. А на этом я с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения. До свидания.